еще бы завести маленького пони и маленькую свинюшку. В общем, Даша у нас очень неожиданная. Она все делает очень неожиданно. Не-не-не. Всем привет! Вы в гостях у Ариши, поэтому можете чувствовать себя как дома. Недавно я поняла, что я ни разу никогда в своих видео не рассказывала про своих домашних животных. Их фото, скорее всего, увидели у меня в Инстаграме или в официальной группе ВКонтакте. Кстати, подписывайтесь, все ссылки под видео. Ну, вы посмотрите видео, а потом подпишитесь. Кстати, про ВКонтакте. Там у меня недавно вышел мой первый сингл в моей жизни. А шоу сингл улетела. И мне очень важно ваше мнение, понравился ли вам он. Его вы тоже можете, кстати, послушать в моей официальной группе ВКонтакте, поэтому, ну, в общем, не забудьте подписаться. Я просто обожаю всех животных в нашем доме, и их больше, чем обычно. И каждый раз, когда к нам приходят гости в дом, мама шутит одну и ту же шутку. Вот нам еще бы завести маленького пони и маленькую свинюшку, и тогда точно будет домашний зоопарк. Ну, прикиньте, как было бы клево, если бы у нас был милый маленький пони и мини-пиги. Давайте я вам перечислю всех обитателей наших каменных джунглей. Крысы Ёшик и Юлик. Два мужика с еврейскими именами. Порода декоративные крысы с ушами вида дамбо. Большие ушки. Ёшику примерно 6,5 месяцев, а Юлику 5,5. Рандомный факт. У Ёши небольшая проблема с координацией и зрением, поэтому иногда его заносит в разные стороны. И он был таким сразу, как мы его взяли. Это никак не связано со случаем, как он упал с потолка. Юлик просто босс-молокосос. Я просто босс. Он хоть и младше своего соседа, но посмотрите, какой он жирняй и всегда занимает место в гамаке. Крысики – это самые новые наши домашние питомцы. Вот, они появились совсем недавно. И они на самом деле принадлежат Даше, потому что она за ними ухаживает, она их любит, она их мамочка. Вот, а я так, тетя, тоже очень люблю, они очень быстро растут. Даже не замечают, как чужие дети быстро растут. В общем, Даша у нас очень неожиданная, она все делает очень неожиданно. Однажды я прихожу домой и вижу, что у нас появился... крыск. И это был Ёж, он самый первый крысенок в нашей семье. Он очень был боязливым, очень всего пугался. Потом пришел Юлик, стал вожаком их маленькой стаи, и он начал быстро бегать теперь. Вот. И еще несколько раз, когда мы их выпускали погулять, ну, по комнате, Юлик и Ёж, они очень часто забирались за шкаф, и мы не могли их достать. И я один раз выпустила одна без Даши, и просто он забрался в шкаф, и я не могла его найти, и плакала. Вот так. Ты реально плакала? Да, я плакала, потому что я боялась, что я убила твоих крыс. А еще, кто не знал, Даша родилась в год крысы. А я коза. Козленка. Мы еще не завели, и это будет будущее. Вообще, крыса коса очень умные животные, и я сразу вспоминаю коросту из Гарри Поттера. Если вы не знали, я большая фанатка Гарри Поттера, и у меня просто в детстве я смотрела все фильмы, перечитала все книги, у меня даже волшебная палочка была, я знала все заклинания и очень хотела быть настоящей волшебницей. Но тогда разные волшебные предметы было очень сложно купить, и мы с Дашей обычно все мастерили сами. А сейчас все гораздо проще. Уже в магазине можно купить самые разные, почти настоящие приколюхи вселенной Гарри Поттера. И я недавно даже кое-что себе прикупила. Это блокноты каждый для своего факультета. Гриффиндор, Слизерин, Пуффендуй и Коктевран. Как вы думаете, какой факультет я выбрала? Гриффиндор! Конечно же, Гриффиндор, потому что я за самых добрых и смелых волшебников. Кстати, напишите в комментариях, какой бы вы выбрали факультет. В эти блокноты я записываю свои мысли или даже что-то зарисовываю. Иногда пишу сценарий для нового клипа или ролика. Это, кстати, официальная лицензионка. Она одна такая в России, и даже очень приятно, что сам Гарри Поттер дал мне ее свой апрув. О, да! Мне очень захотелось поделиться с вами такой красотой, и пишите в комментариях, какой магической силой вы бы хотели обладать. И за 4 лучших ответа, которые мне понравятся, я подарю по одному блокнотику. А вот еще полезные Гарри Поттерские штуки. Закладочки для книг. Я их в основном для учебников использую, чтобы на уроке не копаться и не искать вчерашнюю тему. О, а это Добби. Он живет в геометрии, и ему, наверное, здесь не сладко. Это так сложно. И да, я Добби, тебя понимаю. Я тоже геометрию не перевариваю. Сам Гарри живет в книге про себя. Это, кстати, такая уже старая книга, но я ее берегу, потому что это одно из первых изданий Гарри Поттера в России.
Она мне досталась от старшей сестры, потому что, когда эта книга вышла, я еще не умела читать. Не-не-не. Ну и конечно же. Та-дам! Это же Нюхаль из «Фантастических существ», узнали? Он продавался как деревянный конструктор вот с этой крутой книгой, в которой рассказано куча интересных фактов о том, как снимался спин-офф Гарри Поттера. Этого Нюхля я собрала собственными руками, без единой капли клея и за каких-то 15 минут. Ну разве я не волшебница после этого? Ну вообще, Гермиона. Иммобилюс! И кто это? Эванеска! Это попугай Жорик. Настоящий мужик. Порода – волнистый попугайчик. По нашим примерным подсчетам, ему около 7 лет. Рандомный факт. Умеет говорить пару слов, например, Жорик и Ариша. Иногда нам кажется, что он думает, что его зовут Ариша или Чш. Еще, когда он садится на стол, он превращается в курочку, ест все подряд, и один раз он запрыгнул маме в суп. Вообще, у нас он в доме самый первый домашний питомец. Мы, когда поехали брать Жорика, мы даже не знали, что будем брать Жорика. Потому что мы сначала ехали за сухопутной черепахой. Большая черепаха! Но мы ее нигде не нашли. Посмотрели на попугайчиков, решили, что нужно взять попугайчика. И нашли Жорика, и он был самый ворчливый, самый такой спокойный попугайчик из всех. Прилетаю я как-то на Таити. А сейчас он уже как вожак огромной стаи наших джунглей. Он очень громко кричит и созывает всех на обед. А еще недавно мы ему посадили игрушечную птичку, и поэтому он состоит в гражданском браке. Она не попугай. Наша собака Миша. Она девочка. Порода West Highland White Terrier. Ей 2 года и 1 месяц. Рандомный факт. Обожает, когда ей чешут пузико, и ненавидит, когда кто-то поет песню «Владимир Путин молодец». Владимир Путин молодец! Владимир Путин молодец! О собаке мы мечтали всю жизнь с Дашей, вот реально. У меня это самая первая собака, Мишка. Это просто самая умная собака в моей жизни. С самого раннего возраста она показывала себя как умную девочку, особенно когда писала не на пеленку. Это было просто замечательно. Она на самом деле очень нежная, очень добрая, очень любит, между прочим, чужих людей. Это меня иногда пугает, потому что она иногда любит чужих людей больше, чем меня и всех нас вместе взятых. Иногда она путает нас с другими людьми и бежит к другому человеку, начинает к нему ластиться, запрыгивать на него. Тупенькая! Ну, как говорится, питомцы пошли своих хозяев. Нет, ну вообще она реально очень умная, она очень быстро схватывала на лету команды, буквально 2 месяца она уже знала все команды, ну, базовые, там, сидеть, дай лапу, лежать. Мы ее все очень любим и ищем мужа. Номер 8900. Ну, реально, мы хотим, чтобы у нас появились маленькие щенята, потому что Мишка должна почувствовать себя мамой. И если у вас вдруг порода West Highland White Terrier, мальчик около 3 лет, пишите, звоните. Из Москвы. Ребят, не обращайте внимания на эту серую ткань, потому что иначе я бы не смогла записать концовку этого видео. Да, к сожалению, это видео заканчивается. Спасибо вам огромное за просмотр. Любите и цените ваших братьев меньших. И обязательно заводите новых домашних животных, потому что это просто тепло, это счастье и любовь. Вот. И вонь мочи, и какашек. Ежедневный уход. Боже, они там издеваются, что ли? Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Что? Обязательно. Пока!